Видном прошел профилактический рейд автобус. Стражи порядка проверяли техническое состояние общественного транспорта и наличие необходимой документации. Такие оперативно-профилактические мероприятия проводятся в том числе в связи с периодическими жалобами пассажиров на неудовлетворительное состояние транспортных средств. Стимулировать руководство предприятия, чтобы автобусы у нас были в технически исправном состоянии, чтобы светотехника работала, чтобы все было в порядке у них. Будем смотреть на неисправности, которые возможно установить визуальным способом. Это внешние световые приборы, наличие тахографов, наличие документации. Каждый автобус должен быть оборудован тахографом, прибором, регистрирующим скорость, а также соблюдение режима труда и отдыха водителя. Во сколько у вас время выезда? 5:25? Да. Нет, это из парка. За его отсутствие и нарушение режима перевозчику грозит штраф. За тахограф предусмотрена ответственность на водителя по статье 11.23, часть 1. Должностное лицо по 11.23, части 2, так же как и юридическое. Штрафные санкции получаются у нас на водитель, на должностных лиц от 7 до 10 тысяч, на юридическое лицо от 20 до 50. Также стражи порядка обращали внимание на наличие исправных огнетушителей и работу стеклоочистителей. Заклеенные камеры в салоне, кстати, тоже нарушение. Такие рейды в муниципалитете проходят на регулярной основе.